Здравствуйте, дорогие мои друзья! Меня переполняют эмоции, потому что твой маркетинг творит чудеса. За буквально месяц со мной произошло столько событий, что просто не передать вот так вот со словами. Но надеюсь, я справлюсь, и видео будет лаконичным и целополочком. Во-первых, за 28 дней я закрылась в кассу «Сильвер». Мы с моим супругом совместно в бизнесе, и я никогда не думала, что я буду продавать таблетки. Да, продукт сам себя продает. Вы спросите любого человека, хотел бы ли он экономить. И я не предлагаю ему косметику, я не предлагаю ему БАДы, вкладывать свое здоровье, свою красоту, потому что, ну, люди так устроены. Если им нечего кушать, да, если им нету денег на их первую необходимость, они не будут украшать себя, любимых, делать более красивым, заниматься профилактикой. Ну, вообще у нас не привито это как система, да, система здоровья и так далее. Короче, с таблетками работать проще, легче. Первое. У нас есть система. Система на самом деле творит чудеса. Когда мне говорили, 90% за вас делает система, я говорю, наверное, это просто слова. Нет, ребят, на самом деле 90% за нас делает система. Система ProActiv forever. Олег Григорьевич, большое вам спасибо за такую уникальную возможность поставить весь свой опыт, да, более 15 лет, все через интернет. Второй момент. Это, конечно же, моя команда. Мой любимый спонсор, мои любимые партнеры. И, тра-та-там, мои партнеры уже начали зарабатывать деньги. Я считаю, что 2 недели, 250 долларов на холодном рынке, когда еще к тебе продукт не успел в руки прийти, это просто великолепный результат. Люди вдохнули глоток свежего воздуха, потому что очень много лет почему-то в сетевом маркетинге усваивается в голове, что нужно там долго, там год-два поработать, то есть туда ты заработаешь там свои первые 1000 долларов, то ты начнешь зарабатывать какие-то результаты, сможешь уволиться своей работы. Нет, вот, все перекрывает, компания FFI все перекрывает, не надо вам ждать целый год. Вот эти таблетки твоя чудеса. Продукт сам для себя работает. И буквально через 2 недели люди выходят на доход от 200 до 500 долларов. Это просто фантастика. Третий момент, да? Как я сказала, сторонница моя команда, мой любимый спонсор. Третий момент – это, естественно, сам продукт. Ничто не будет совершенным, если у вас плохой продукт в компании. Если продукт сам работает, если он востребован и нужен почти каждому, каждый третий человек говорит, да, я буду это пробовать, я буду проверять, я буду на этом строить бизнес. Потому что это помогает человеку сохранить свои деньги. Реальные деньги. Вот сегодня он отдал 1000 долларов на заправке, да, какой-то водитель фуры. А сегодня он не 1000 долларов отдает на заправке, а всего лишь 800. Потому что 20% у него экономия. И, естественно, следующий момент, это четвертый, это маркетинг-план. Замечательный маркетинг-план. Передаю его привет своему папе, потому что, папа, я выполнила наше пари. Я заработала кругленькую сумму в течение всего месяца в сетевом маркетинге. Поэтому принимай свой выбор, принимай меня, и скоро я к тебе приду и отсчитаю, на что мы с тобой договаривались. Вот, еще один момент. Ребята, я еду в Киев. Еду в Киев уже через день, четверг, еду в Минск. В Минск, у меня мурашки в голове, похоже. Короче, Минск, пятница, я ночь в поезде. И меня Олег Ларичев встречает. Да, классный спонсор, ничего не скажешь, отличный человек. Обещал меня сохранить, потому что еду одна. Вот такая вот у нас работа. Обалденно, эмоции просто вот так вот. Я уже думаю, блин, я же хотела в течение 3 месяцев выйти на доход в 1000 долларов. Я в 3 раза увеличила темп. Что же будет в течение 3 месяцев? Короче, ребят, если вы еще до сих пор думаете, работать с косметикой, либо с БАДами, либо еще с каким-то полезным продуктом, который на самом деле людям нуждаются в нем, либо работать с таблетками, в которых люди не просто нуждаются, а реально возьмут вас попробовать, да, одно дело, когда человеку это надо, а другое дело, когда человек это практически берет, да, хочет вас приобрести, купить, пользоваться и так далее. Решайте сами, с чем работать, сколько вы будете идти за свои 1000 долларов, 1 месяц, как это было у меня, либо там полгода, как это кто-то мне рассказывает, Оля, должен быть опыт. Да какой опыт, ребята, система есть,
спонсор есть, команда есть, компания есть, продукт отличный, маркетинг-план. Все, не надо ничего думать. Зачем вам опыт? Вы так умнички, вы молодцы. Если вы уже хотите жить по-другому, значит, у вас уже в сознании все заложено правильно. Не надо ждать, пока вам будет 50 лет, и вы заработаете свои там первые 10 тысяч долларов. Ребята, жить надо сейчас. У меня нет времени, у меня ребенок уже растет, самое главное это мой ребенок. Если я сейчас не заработаю 200 тысяч долларов своих, ну пусть мне уйдет на это 2 года. То извините, когда я буду жить? На пенсии? Нет, я хочу жить сейчас. Поэтому вам передаю огромный привет. Думайте сами, решайте сами, судьба только в ваших руках. С вами была Ольга Тонович. Пока-пока. Увидимся в Киеве.